On the night of April 20th, there was a drone attack on the Smolensk region of Russia. The Russian press reported on this. It is said that Ukrainian drones attacked the fuel energy complex. As a result, an explosion and fire occurred at the Centrinneftproduct oil base belonging to the Lukoil company. The number of victims is not reported. At night, there was also a drone attack on energy facilities in Kaluga, Bryansk, and Belgorod regions. Electricity has been cut off in some areas. According to the Russian Defense Ministry, a total of 50 drones attacked the territory of the country. Блять, заправочная станция, не заправочная, перевалочная станция Лукойл. Ордымова, во, в... Прям... Это вещина. Вот это прям пиздец. А, вон там, нефтика догорает. А здесь Лукойл, и еще не все в... И вот это не весело, прям пиздец. Нефтика немножко похуже горит, а вот Лукойл, блядь, горит оху... Блядь. Прям кто-то нехило, блядь. Уже 8 взрывов. Смотри, что происходит у нас тут. Пожалуйста, баба Яга одна, ебала. Сюда вторая она. Я живу прямо рядом, возле электропостанции. Выгничев. Все горит, на. Два четких взрыва, но прям было слышно, заебись, хоть баба Яга как хуярила. Раз, два. Варит. Ты еще маленькая. Не, ну это беспредел отпустить такую собаку. А если ребенок идет, накинется на ребенка. Шандарахнуло. Дрон сбили, походу. Три максимум. Я не прошу всех. У нее 14 пол?